Всем привет! Сегодня у нас обзор нового выпуска «Шахматы Властелин колец», выпуск номер 7. Вот, купили его. В этот раз выпуск вышел вовремя, то есть вот как и было запланировано, в субботу. Сегодня у нас, по-моему, 29 число, да? 29 числа, то есть все нормально, без задержек и опозданий. Вот, мы сразу сходили, купили его. И сейчас посмотрим, как качество этой фигурки, потому что сейчас развернулись, смотрю, на форуме там споры, как бы, о том, что качество фигурок оставляет желать лучшего, там из пластика что-то сделано. Вот сейчас посмотрим. Вот судя так вот, я смотрю, как он в коробке лежит, вроде качество неплохое. Сейчас посмотрим его вместе, распечатаем. Главное суть. Не, ну качество тоже должно быть. Соответственно, все-таки коллекция, ну, как бы мы в коллекцию это все делается. Ну, собираем не обязательно фигурки. Детально, это ради шахмат же игра. Но и, разумеется, хотелось бы, чтобы еще что-то в руки приятно брать более, когда она так смотрится симпатично, правильно? Так, ну что, начнем с журнала, как обычно. Фигурку оставим уже на потом. Итак, вот такой вот журнальчик у нас. Это у нас черная пешка, орк-лучник. Вот он такой вот симпатяшка. Персонажа, помнишь такого? Хотелось бы напомнить, что он умер в конце. Да? Его Леголас убил. Ну ладно. Стрелой. Так, что у нас журнал? Кстати, вот сейчас тут новенькая какая-то рекламка. Сейчас посмотрим, что это такое вообще. Спецвыпуск Арагорн. Нифига себе, прикольный. Смотрите, какой. Да, на лошади вот такая вот спецвыпуск. Вот он. Надо будет взять, я думаю, да? Так, давай посмотрим. 12-страничный иллюстрированный журнал. Фантастический плакат с Арагорном. Расписанная вручную фигурка Арагорна на коне. 449 рублей стоит. Спецвыпуск появится в продаже со 2 апреля. Спрашивайте в киосках прессы. Так. И заказать можно вот сайт. Так, ну ладно, это хорошая новость. В принципе, нормально. Вот так вот выглядит черная пешка по журналу. Вот. Так, ну, что тут у нас вот? Стрелки Мордора. Вот то, что это у нас журнал такой. В принципе, особо подробно-то останавливаться не буду. Все, кто хочет... Все это выпускается от компании New Line Cinema. Ну, и вот здесь как играть в шахматы. Тоже вот такой вот. Все производство... Вот. Это у нас что касается журнала. Так, следующий номер у нас будет Бар-ад-Дур. Черная ладья. Вот такая вот. Это древняя крепость. О. Как раз где Ока. И, кстати, 7-й уже приложение для читателя. Это 7-й для покупки шахматной доски. То есть по купону со скидками. Так, это что касаемо журнала. Дальше, что у нас с фигуркой тут? Так, ножниц опять нету, да, под рукой? Как обычно. Давай я. Просто, давай, не знаю, скотчем заклеили. Кстати, по-моему, в этот раз без скотча. Мне так кажется. Могу ошибаться. Тут в такой коробке запечатаны капитально. Вот. Так, вытащили из коробки, вот он в такой вот еще штуке. Чтобы ничего там не испортилось, не сломалось. Все это от компании New Line Cinema, которые как раз были производителями фильма. Я видела в интернете, что все эти фигурки выпускают и в Америке тоже. Ну, европейские, по-моему, есть фигурки, насколько знаю. Так, вот я его сейчас... Классно. На, держи, тебе даю. Покажи зрителям, но мы еще потом, вот, я еще покажу камерой самой, приближу, показать, как он есть. И еще просили показать вот этот номер. Вообще он был на коне. Вот этот номер поподробнее еще. Лучник. Не знаю, тут фокусировка насколько видно. Номер, значит, HAS, по-английски HAS, номер 7207. Для кого-то это важно. Так, ну что сказать насчет фигурки? Вот сейчас покажу так, а потом еще сделаю приближение. Качество игрушки, ну... Шахматы. Игрушки? Шахматы. Ну, то есть, шахматы. Она довольно-таки... Даже не знаю, какой материал сама. Ну, тяжеленький довольно-таки.
И по качеству, как сделан, я скажу вам, что уже более-менее лучше. Лицо прописано. Вот если взять того же Леголасова, качество было, да, соглашусь, не очень хорошее. Эта фигурка уже, я думаю, более качественная. И он странно... По качеству я могу выделить, конечно, самое лучшее. Это Арагорн. Это вот этот, да, король белый. Потом идет, я думаю, что вот эта вот фигурка. Второе место. Третье место. Как его? Гэндальф. Гэндальф? Белый уже белый, стал. Да. Потом вот это вот. А у меня, белый. Например, лично... Вот это, наверное, самое последнее место по качеству, я так думаю. Вот этот и... Мне вот этот больше всего понравился. Они по качеству вот похуже. Вот эти фигурки получше. Как бы. Ну, вот этот я даже ближе к этим фигуркам могу сказать. Вот к этим по качеству. Вот что касаемо качества этой фигурки, в принципе, может быть, они читают форумы наши, если будем писать, что и жаловаться, может быть, они и лучше начнут делать. Ну, не знаю, конечно, посмотрим следующую фигурку, как будет. Ну, вот, обычно в принципе, и все. Что хочешь сказать? Обычно насчет... продавцы за счет качества не отвечают, они не будут говорить, нет, какой продавцы, лучше. Нет, продавцы, да, но изготовители, лучше, когда должны прислушиваться хуже, они... тоже к мнению... Да. Какой нас, лучше, какой хуже, они не будут говорить. Они всегда рассматривают, им главное продать. Ну, это понятно, это понятно. А нам главное, чтобы было качество, да? Все-таки, как нам, коллекционерам, чтобы качественную фигурку приятно держать в руках. Ну, вот, в принципе, и все. Такой номер. Сейчас я после еще вот покажу, увеличу саму камеру и фигурку, чтобы еще разглядеть. Сегодня суббота. Всем хороших выходных. То есть, хорошей погоды, хорошего отдыха. Ну, все, всем пока. Всем удачи!